Чуть больше года назад одну из улиц Ангарска переименовали в честь почетного гражданина и учителя математики школы номер 10 Валентины Васильевой. Накануне увековечение ее имени обрело новую форму. Валентина Афанасьевна, знаете, в двух словах не скажешь, ну, наверное, всем. Все, что можно, это и учитель, и человек с большой буквы. Скажем так, где-то заменяла, наверное, даже мать, не мне. Одному многим ребятам, кто учился у нее. Ну и в последние годы, ну, конечно же, друг. Когда вспоминаешь этого человека, вот плакать не хочется точно. Человек жил ярко, оставил после себя, ну, такое наследство, сумасшедшее просто наследство. Поэтому такая гордость за всех, кто, во-первых, учился у нее. В честь заслуженного и народного учителя России Валентины Васильевой установлен памятник. Идея принадлежит ее ученикам, которые по сей день вспоминают своего педагога с трепетом. За свою жизнь Валентина Афанасьевна воспитала сотни кандидатов и докторов математических, физических и экономических наук.